перекор нам перелечем сейчас, подождите. Вот надо без единого вайпа сейчас убить с первого. Пока... Так, подожди. Блять, я знаю, добавим брик. Добавим брик. Все, идите курите. Да, у нас какой-то, блядь, я не знаю, плохая аура, типа, что-то у меня, наверное, хисера, какая-то плохая хисера аура. Нету просто. Нет, полутик говно какой-то парень. Хисера обычно эту ауру создает. А что, нас совали в нос? Пошли к нему. Нет, вроде. Я просто сову ищут статик. Они у нас были? Ну, этот же был. Ну, мы ищем первый статик сову уже давно. Потому что Войт не может каждый раз играть, у него сутки выпадают. А совы у нас нет. Поэтому я ищу сову. В чем проблема? Да, проблем нет, я могу поспамить тоже тогда, покричать сову. Поспам. У силы ветки там же охуенная сова. Ну, я могу по совой побыть. Ищи Эрдру, если хочешь. Кто это говорит? Сила ветки. А, ну... Окей, еще Эрдру поищу, хорошо. Кирилл, ты тут? Не дошел. Ну что там, этот, блядь, 13% кто дает? Локи только дают этим проклятием. Трое соловейши. Локов дохуя, Элем есть, ШП есть. А анхолик есть? Не рай. Все забыла, что мирать анхолик. Я так редко вижу. Он же еще болезнь. У нас ему... Пять, четыре, три, два, один. Короче, желаю вам две глоры, пацаны, блядь, кусыку. Не, Реслин, не надо, в ретрике, будь сна. Хотя... Блядь, мы не должны прохилить, тут хилить нечего, еще урон пофиксили. Не, в ретрике будет списано. А че вы лича лицом на трон держите? Он же ровненько мечиком показывает и под доп танка шаркаря вызывает. Добрый, хорошо. Держишь там, где я тебе показал, все. Не, ну я понял, я просто не понимаю, зачем.
А мы же хотели в одну точку в этот раз пробовать, нет? Да нахуй рисковать, мы и так быстро убьем. Ну ладно. А в том рейде Феникс сам попробует соло толкнуть. Я протанчу, нашел, блять, проблемы ему. Ну так я-то знаю. Не, они сказали все исправить, типа, не. Я еще передал вам сала, типа, блять, вы других боссов, пожалуйста, тоже проверьте, а то мало ли, нахуй, вы косяка. Короче, в печеньке будет шаркарь, подъебало ему не подходим, либо в задницу, либо к бачкам, на ком чума будет. Вас диспелит, рит подиспелишь. Милики в полумесяце там тусуетесь, ну. СС, блять, я не знаю, потому что СС давать на самом деле. Подруида. Можешь, давай по друидам дадим. Ну, невероятно. Ну ладно, я по ветке дам. Печка по Void Fury и Син по чу. Еще раз, чему вы ну, давай. Да, давай на безжалостную лучше кинь на всякий. Ну и поебать тогда. Я могу на безжалостную кинуть. Кидай. Кидай на безжалостную. Безжалостная. Ты на этом, блядь, на третьей фазе половишь духов, блядь, а дермить боссы будет водить. Ну там будете менять по откату зеленки, короче. Безжалостно держит босс. Ты шаткаря дремич. Так, короче, я на полубах. Азеран. Я в релоуде, можно запускать. РДД в крестест. Неужели прибыли наконец? Кишки, дай голды. Возьмите все камни на всякий случай, там, на этот, на переход, и там, если что, прожать. Ну, вы сажать. Ну, короче, когда зима начинается. Перепрыгивайте. Zero damage. А уже меньше должно быть damage, но все же все равно. У Лича меньше хп, чем у Сурка, сука. Ну, это нормально. Это Сирус. Готовьтесь переплатить 2 секунды. Перепоты пить. Он на слабый. Мой релоуд длился секунд 40. Ты еще не отлагал, что ли? Не, ну я отлагал, но не всем счету успел. Дермич, готовься, я тебе скажу, когда ты затаунтишь шокере. Забирай. Красава. Чума сейчас первый будет. Яша. Диспеллерит, все, дебень. Дермич, разгоняй чуму, вон. Забирай вордлак аккаунтом по одному, что по штуке. На себя. Пока таунт не в КД, он вордлак себе таунтит. Чума 2 секунды. Чума курил. Димей дальше. Берегитесь. Приходный чума плюс. Шаркря, готовься забирать. Забирай. Чума. Сейчас будет. Иду на край. Да, Зеронов к шаркарю выносить чуму. Все, кресту веди, бонсу. Все, 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 побежали, побежали на ту платформу. Эма на ледной. Сало, не спальте только, пожалуйста. Напугивайте гневно на это. Доля и войд, поиграйте по сферкам. Там кажется.
Заберите ебаного вордлака, пусть меня минит кто-нибудь. Не забудьте дармича продиспелить сейчас, когда он сдохнет, это шаткарта 12 так. Не, мы меня имали максимум ДПС, сейчас перекладка будет. Сферы добили быстрее, к сфере не подходим. Гневного доход добили, все, он дыхнул нормально. Блоки портала, где мы тут оставляете. Остальные все под босса ставим. Давайте, где? Настя, Мастан. По вальтам сыграли. Осквернения разбежались. Не прыгаем в осквернение, напоминаю. Убежал, снова тащил. Выводи босса. Блять, уйдите оттуда. Ребята, ну блять, ну дебилы вы нахуй на миликах. Ну что вы делаете, блять? Скотина вы нахуй. Вы не видите, что в танка кидается на. Вы не можете запомнить, кто безжалостно или что, блять. И Шелен, Кьюсукью, блядь, кто там еще нахуй был? Все, доп ЕП вы проебали нахуй. Рыбу Чем могу помочь? Не расстраивайтесь, с ЛК ХМ мы попробуем без вайпов прийти. Суманите тут, вальки летают. Первый вайп на леще, блядь, официально ебать. За... на какое-то третье КД, блин. Рыбу хавать, фуба. Не, это ж третий, по-моему, уже лич будет. Да, ну был у нас вайп один. Разве мы вайпались на лича? Угу. Там. А, ну ладно. Там комнату не закрыли, по-моему, они попали. Все, я запустил. Каску им попять. Бафайтесь, пока что. Можно мне было вот сейчас мне зыбку нажимать или не надо было? Без команды. Когда? На переходной фазе? Не надо, мы же на этой сразу переходим. У нас вторая переходная фаза. А там уже смертей нету. Нет, отвернения нет смысла, блядь, то, что ты не жидко на её. С него, блядь, выбегать надо. Если вы с ним не убегаете, умирают все в итоге. Ну, чем больше людей в этом осквернении находится, тем быстрее оно разрастается и происходит. И со сквернения надо выбегать, а не выпрыгивать. Это надо. Когда ширкарии умерли, ДК, чтоб я на перефазу духов забираю, я на перефазу без духов должен быть. Так, репоты пейте. Забил арбита. ПВП шарьебан. Донзак вынес. Диспел. Почему с ДБМом следующая воздушная фаза показывает? Что за хуйня, блядь? Синдри, блять, останусь. Сейчас взлетать будет. Ну, блять. Чума 2 секунды. К
Промокает вниз. Ну, иди дальше. Все, можешь подводить босса потихоньку к нам. В РДД зону открыт. Только к шаркерям не подходите. Сейчас еще одна чума будет. Стойте, стойте, еще 2%. Силоветка винится. Все, диспел. Перевод лично. Дармич хилить. Перешли. Вурлаков не башь себе или кино. Гневного ПФ. Отойдите с подъебалами, вывези. Стало, стало. Дермич, что у тебя здесь спорили уже? ДК, беги как мы танчить сюда. Под фазу, когда мы заходим, с меня духов забираешь, чтоб прибежал лечалый. Ой-ой-ой. Загрязнул. Согласен. Забирает его духа дальнейшего сил. Бейте по гневу, он сейчас фаза будет. Забери, забери, докажи. Сверху добейте быстрее, сверху добейте, переводите. Сверху. Угу. Отойдите к гневному под... Ох, нихуя себе, вы ему как раз гриппом кикнули, да? Молодцы, блин. Блоки портала оставить, им на краю. Остальные все во фрейм стали под босса за спину. Знаешь, там остан. По валькам дали увидим. Вернее, не разбежались. Не разбежались быстрее. От черепка отбегаем сразу на кого череп. Силоветки, это ж летнюю. Полечу дальше, поехали, стали да. Зачем ты центр забрал? Поставь. Блять, на X3 нахуй этот жнец ебал и ломал пиздец нахуй. В десятке причем даже. Сначала магическое, потом физическое хуярик. Это походу только магия. Готовьтесь. Так, разбежались, разбежались, разбежались от Корнеля. Быстрее разошлись, 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 разошлись. С подвали ушли, с подвали ушли. От Дермича отошли. Ну, Дермич, ну, блядь, ну куда ты нахуй? Вы по валькам, а кого вы? Печку, печку не трогайте, печку. Ты портал же поставил, печку? Разбейте QSQ вот эту, блядь, звезду. Подводи туда QSQ вальк этого лича. На ту сторону. Кузом его стоим. Быстрее разбили. Оскверне не разбежались, оскверне не разбежались. Аккуратно, только отбежали от центра, блять. Там лужи нахуй. От чува вы это шли? Все, туда к фордрингу ставь его, к фордрингу. Аккуратно лужу только обойдите и за спину плечу встаньте все. Быстрее, быстрее подошли, сейчас вальки будут. Блять, глю, дай мостан. На печке опять. Печку прохильте заражение. По валькам двум играйте. Печки портал есть. Осквернения разбежались. Разбежались осквернения быстрее. Смотрите, сейчас заражение еще одно будет. Печку надо подхилить кто-нибудь сколик. Синг. Красавчик. Сколько у него перефазы, я забываю, когда на край? 40. Чуть на край. Кстати, да, блять, веди его сюда. В крест веди, ну да, или печенька, печенька. Стали все за спину, мы играем все по боссу, никуда не свечимся. Все в босса сыграли. За спину ключу стали быстрее, сейчас вальки, блять, возьмут, не в ту сторону полетите. Больше ДПС, блять, сейчас сквернение будет, 1%, быстрее. Все, отлично. Эма на лед, глю сакра, безжалостно избан, быстрее. Гимн на ХП хулишит. Паладинчик, иди ко мне, ой, паладинчик, ДК. Глушь, аккуратно. Вдыхнет и снимает с меня, только не ебалом брейд.
отдохнул, с диспаль писала. Следующий гневный убьем. Ну и гневные какие-то страшные выходят. Так, сейчас подождать, чтобы босс направил. Ну мы вдвоем, кстати, там следующего гневного дермич забираешь ты. Сферки подбейся. Прохил, 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 прохил рейд, блядь. Дермич, да, избаунд. Быстрее переводим. Сферки добили, сферки не подойдите только. Сферы добили быстрее. Все, по гневному играем, тут лича оставляем около креста. Гневного быстрее освещенность добили. Лича гневному подведи. Ринду прохил, ринду прохил. Все, по боссу играем. Нормально. Переводим на противоположную сторону. Осквернение где-нибудь по бокам, только не в центре, блядь. По бокам где-нибудь оставьте и не под личом, блядь. По духов ловит. Под лича ушли, с под лича ушли. Сейчас осквернение будет 2 секунды. Дремич, от дремича отошли. Ну, блядь. Ой, за спину кричу быстрее все. Лови духов, дремич. Я могу с личом снять. Блядь, осквернение, ну никуда вы, блядь, уйдите оттуда, нахуй. 8. Где мы тут осквернение оставляем, блядь? Где-нибудь тут, блядь. Не надо там оставлять, пожалуйста. Нахуй. В бочку, нахуй. Откурил, отошли. Все, пошли все за спину, ключи встань. Настя, ты задушила? Корсава. За спину ключу. Дермича прохил? Дермич, прожмись. Прожмись, прожмись. Силовет ты прохил? Осквернение. Так, осквернение разбежались, осквернение разбежались, оставили где мы тут. Все духов мы. Курил отошли. Пошли на ту сторону все быстрее. Подальше это осквернение отведи, вон, блядь, там, где портал он блоковский стоит. Все, за спину ключу встали. Глю, бабл нажми и духов слови. Ну, не сейчас бабл, а чудо. Да я повлю. Все, нажимай бабл и делай. А, ну ладно, окей, ключ тут. Разбежались, осквернение, разбежались. Разбежались. Потом добьем. От хиллсайда отошли. На ту сторону побежали быстрее. Настя, словишь сейчас? Мама. За спину ключу встанет. Сейчас диван по сусаду дайте, если лича не добьет, короче, минус я пойму именно. Диван дайте. Ну все, Сусан, давай, блядь, все в твоих руках, снимай диван, бей. Ты давай тоже. Надо было на шамана дать, чтобы Геру дал. А, вот Герушка дал. Вот Сусан, я тебе даже помогу, видишь? Разъебывает. Блядь, спец мертвый, правда, ну ладно. Так я тоже. Дайте тринаску, блядь. Что за гадости говорить? Тринаска, глоу. Так а чё смысл тринаски? Ну, 93 господа выиграешь, и все. Тринаска, рабочка, блядь. Ну, типа... Вот, я первый по ЕП, понимаешь? Сусак, короче, что не успеваешь. Блин, как так-то. Давай, этого ебаного проклятия надо убирать. Вот поэтому я и говорю. Надо спасать. Тринаска, слишком будет 50% ЕП. Он проклят, ему нельзя ЕП оставлять. Зоса, ты не успел, блядь, даже с помощью. Да, ща припот откатится. За этот невольный подарок. Макс, ты увидишь теренаску в луте только после того, как я увижу... О, Зоса, смотри, Джайна внизу, блядь, прыгай нахуй. Не открывай... А, он тут наверху шит. А тебя что, наверх вернуло, что ли, блядь? Блин. Там блинканулся. А, блинканулся. Читор. Ну?
А эти, кстати, вайпнулись на лече, так бы они нас быстрее убили. Кто? Так и мы вайпнулись. Экзальта. О, нихуя прилип. Фиеста, ты мне ИП должен, между прочим. Отдавай прилив. О, да, эсик. Я ИП тебе должен? Да. Просадил меня. Это ты меня, бля, хотел просадить? И... Ну да занизить прилив. Кому ИП сняли? Мне сняли ИП, значит ты меня просадил. По-моему, все верно. Блядь, 5500 ИП, куда я нахуй на прилив? Лут говна. Кафан кекис, ебали они. Плачу 50к голды за прилив, кса. Да я бы ТБЛ хотел, но мне... Где ТБЛ вообще все трини, блядь? Да, ТБЛ лучше, да. Кстати, у этих упал квык синдри, блядь, нахуй. Обидно. Да, нам нихуя не падает в том-то и дело. Ну, все, обид так, упал, хватит, давай, нахуй. Давайте по луту. Че по-быстрому пройдемся. Че у нас тут? Токен варовский. Это ж хуйня, никому не надо свалить, я понимаю. Сколько тебе нужно штокенов? Мне 2. Hellside. Здесь на хонта токенов, сейчас скажу сколько. 4 штуки. Пускай напишут. Мне один токен. На принца. 2 ему нужно. Подожди, ты... Еще 2? Он же собирал уже 3, вроде бы, нет? Он 2 забирал. Ноги не нужны, наверное, получат. Ну, я понял. 3, 2, 1, курил обмен. Это 100. А, ну окей, блядь. Да там 4 токена, чего, блядь, нахуй, блядь? Окей, пусть за 50 забирает. Курил 2. Дальше, часы. А, там, а посох нужен кому-то? Кратная 10, ветка кратная 10. А посох нужен кому-то будет? А, ну тебе на мейн, в принципе, ладно. Не знаю. Не, если посох нужен кому-то. Ты мейн сила ветки, друг? Да. Ну забирай посох. Забирай часы. Амин. Не, часы, я бы лучше став забрал бы. Часы давай, выйдут. Так, туда, блядь, ты и то можешь забрать, ебаный в рот. У него посох, нахуй, ему оффхенд этот ебаный. А, ну да, окей, давай мин. Это посоха я буду ролять. Ну так посохом, да, зерону. Как бы... Наверное. У него 3,5к, у меня что-то побольше. А, ну туда, понятно. Там без вариантов. Ладно, кто у хэнд забрал? Тогда Войта, да, и этому, блядь, у хэнд ветки. Что у него посох заберут. В любом случае. 20. В смысле, кью-скью за 10. Воин, охотник, шаман. Спасибо. А, варыш. 20. Блять, что вы чё нахуй, на уф или на мейн ролите? Я нихуя не могу понять. Оба на уф ролят. QSQ за 20. А, QSQ за 20. Нет протвару в гильдии. К счастью. Чё, не, есть один. К сожалению. А, блять, подожди, я не то нахуй. Ну. Всё. Мой находник, что он. QSQ, ты обнулён? А, нет, у тебя чё, сотка осталось. Ладно, ему один нужен, пусть забирает за 10. Он еще 2 есть, жилет? Да, еще 2 есть. Пол один женщина книжный. Куриалу 10, да, еще? Да. Хулипшик 3, 2, 1. Хулипшик обмен. Дальше. Ой, находник шаман. Спасибо, ребята. Даже ставить не буду. Дали тебе 2, наверное? Да. Давай обмен 20. Кольцо с мастерством. Кому там капы добить, если надо. Яш, обмен. На острове. Окей. Дальше. Разбойник ДК Мак Друид. Ебать вы нахуй. Ну, мне 2 надо, можно за 10, пожалуйста? У меня еще 0. Ебать, почему нахуй меня приписали к этим магам, ДК всяким? Вонючим, да? Да, у меня вон жрец-друид было всегда, блядь. Знаешь, как весело было Т4 латать в карьере? Эту хуйня надо кому-нибудь?
на транс, не знаю, блядь, столько. Дерьмо, блядь, лютая нахуй. Мира, я куплю за 5 как голды. Че думаешь? Давай киски, блин. Кожа. Плечи. Кстати, неплохие, наверное, друг. Ну, не попсет, вроде другой шот. Давай обменуйся. Воятель. Безжалостно, ты пока откисаешь. Подожди, блядь. Там война, блядь, варов. Донзек. Окей, донзек обмен. Плащ танковский. Хороший, донзек. Кстати, с меткостью. 2К, да? Тебе не надо дермичу с меткостью, заебись плащ нам. Шансы. Не, Ричин, пока подожди. У тебя. Дермич, тебе не надо, что у тебя за плащ, дермич? Ну он вот муз 25-ки. Ну, какие грязи. А, блядь, дермич. Дермичу надо, подожди. Дермичу надо. Все, дермичу место. Так, что у меня еще осталось? Дермич не надо, пишет. Давай я заберу туда. Мне. Почему тебе не надо плащ? У тебя же 232. Это косяка ДДшника. Этот с меткостью. Чего пофиг? Это бис, бис плащ. Даже бис, я бы сказал бы, если меткостью думать. Чего? 340 меткости. Ну ладно, смотри сам. Ты ж просто шмот учитываешь, что ты менять будешь. Этот плащ идет в бис-лист, ну типа. В любом случае. Ну смотри сам. Так чему там? Арис, дермичу давай. Ну он говорит, ну давай. За 10 забирай. За 10 я дам тебе, ну чё ты паришь? Так, еще один. А, блядь, еще один токен, воин-охотник шмат. Я про него, блядь. Три оказывается ствола. Шо, я начну их тогда? Не, звезде, блин. Фест. Ритамин. Давайте Аркус. Ну и там эти штаны, где свали лут, я надеюсь просто. Ох, ебать. Сколько ты охуел? Токен еще не осталось у тебя никакого там? Не, все. Все по токену. На друидах 2 было. Ну, 2 штуки я и разролил, Мирая, 2 забрал за 2К. Ну, за 4 получается. Каждый по 2К забрал на друид. Токен. Мирай 2 за 2К? Ебать, лучше первый. Ну, 4К получается, 2 токена. А, так я тогда еще ему не снял. 3, 2, 1. Все. 200. Давай сделаем. Ветка тебя даже не просаживал. Думаю, побольше было. Зато другой человек просаживал. Давай охуел 18К нахуй, блядь. Ебучие кастеры нахуй. Я вара пошел делать. Не, души, не душите, пацаны, блядь. Фиеста опять за 3. Смотри, смотри, что делает. На ИВ просаживает. Ладно, блядь. 21, нахуй, все. Да забирай за 21 сюда. Колич, блядь. Ну что за сада? Так, сука, я там ЕП должен. Да, ЕП, гадзюцок. Пошел ты, блядь, сосед, нахуй. Взял меня просадить, блядь. Это ты его, брат. Бог, что у тебя отняли. Ну ладно, ну так. Да не, надо хоть что-то забирать. По нули себя вообще не ходил, да. Еще тела. Так, 200, 200, 11, 10, 2К, 2 200, 2 500. Ну смотри, на этой неделе что получается? Пояс с коража на ХМ. Который я не лутанул, нахуй, да? Похер, ну вон-то упал, но не важно. Ну да, блядь. Снял? А сколько тут надо вот этих всяким этим?